満開。Проснись уже, блядь, самурай. Время сжечь этот город. Всем киберпривет. Решил сделать короткий обзор на карточку Cyberpunk 2077. Короче, конверт, макулатура, конвертик с карточкой и наклейками. Night City. Потом приклею куда-нибудь. Нам обещали, что карточка светится под ультрафиолетом. И это действительно так. Правда, сейчас у меня нет ни одной ультрафиолетовой лампы, и показать я это никак не могу. Но расскажу, как она светится. Но, к сожалению, светится не вся карточка, а только вот эта желтая полоска. Таким ярко-светло-зеленым цветом. На мой взгляд, карточка Ведьмак лучше. Конвертик, так же как и карточка, более строгих цветов. Наклеек хоть и меньше, зато они выглядят покруче. Плюс от Ведьмака были бонусы для гвинта, а от Киберпанка для игрухи ничего. Хотя какие-то бонусы там все-таки были, но они были связаны с покупками и баллами. Если я не ошибаюсь, то сейчас, по-моему, можно еще приобрести карточку Киберпанк 2077. Идут две версии сви. Есть где ли парень, а есть где девушка. Также можно взять бесплатную виртуальную карточку. И там уже больше вариантов для выбора. Ну а на этом все. Какая карточка на ваш взгляд круче? Взяли бы вы себе карточку Киберпанка, или же нет? Напишите в комментах. Всем пока и игре без багов.